Всем добрый день, друзья! Привет вам из Елгавы! Воскресенье, 13 ноября 2022 года. Едем с Наташей в магазин стройматериалов «Ксенукай», туда, на локомагистрали. Там хотим посмотреть люстру, ну такую небольшую, в коридорчик, ну плафон, или как правильно называется, да, ну как люстрочка, лампа, короче. Что-то нам показалось темновато, да, все привыкли к светлому, белому свету. Уже желтый, теплый не хочется. Вот что-то здесь с прицепом приехали. Убираются, да. Ну, у нас пока, друзья, пока тепло. Сегодня солнышко, где-то в районе 10 градусов тепла. Хорошая погода. Сейчас я выходил 10,9 было. Ну да, ну вот у меня сейчас показывает 10. Ну, следующую неделю готовьтесь, друзья. Если кто-то смотрит прогноз, будут и морозы, и снег обещают уже. Где-то в районе среда, четверг, вот так вот пятница уже все похолодание. Ну и так хорошо простоял. Октябрь, вот на ноябрь уже 13, считай, до середины ноября. Как мы едем, тень нашей машины, смотри, это значит сколько время, 14:46. Хорошая погодка. Я сегодня как раз и деревья обрыскивал. Вот приедем, тоже надо будет продолжить. Много деревьев, очень много. Бензин евро 84, дизель простой евро 94,4. Автогаз 83,5 цента. Как льется у него с крыши этой фуры на повороте. А у фуры обычно, когда вот зимой снег, они как на поворотах, у них все падает сверху. Да. Это просто автомойка. Автомобильная мойка, Наташа. Ну, вот как раз покатайтесь с нами. Сегодня воскресенье. Ну как небо. С облаками такими. Интересно. Все, листва улетела. Его, ему как раз на красный. Ну ничего, что тут? Ноябрь сейчас кончится. Ноябрь, еще декабрь. Тут и Рождество, Новый год. Совсем немножко осталось. Опять Рождество, ну, а там уже и весна. Не будем загадывать, какая зима будет, мы все равно не угадаем. Да.
рискуют, ребята, а? Ну, вот наш железнодорожный вокзал. Елгавский ЖД вокзал. Но Елгавский базар, этот новый рынок, ребята, ну, друзья, все. Остановили, ничего там не строится. Когда будет, чего будет, короче, бардак полный. Некоторые говорят, что ты нам показываешь все плохое. Да, начнешь показывать про хорошее, и вот и хорошее кончилось. Так обрадовались, что вот будет новый рынок, и в итоге что? Ничего не будет. На 2 или 3 года остановили. Слов нет, друзья, нету слов. То начали строить Уралвагонзавод, филиал Уралвагонзавода. Все. Закончили, ничего не надо. И так и стоит все мертвым грузом. Так и этот вот базар уже сколько лет строить. И старый базар, бардак там вообще, крысятник, просто крысятник, у меня больше слов нету. Там страшно, страшно смотреть уже. Как люди еще эти товары раскладывают в таком бардаке. Это ужас. Вот это вот, друзья, вот к слову пришлось. Это, скорее всего, экскурсия какая-то, да? Наташа, как ты думаешь? Ну, друзья, пишите комментарии, может быть, вы знаете. В жилетках детей много. Ну, повторяю, сегодня воскресенье, 13 ноября. Мы теперь решили по центру проехать. А отдыхающих много сейчас. Погода хорошая. С колясочками он гуляют. Гуляют, гуляют, отдыхают люди. Людей много. Ну, скорее всего, днем здесь было много народу, потому что тепло. Вон, и на берегу тоже сколько он рыбаков. И на речке тоже. Это река Лелупа у нас. Большая река. Это для тех, кто подписался вновь к нам. Вот эта вот Рижская улица, это вот идет прямо по направлению в сторону Риги. Там будут Озланники, такой поселочек, а потом идет уже по направлению к Риге. Это все прямо, 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 прямо. Поставил на 4 включу. Интересно.
здесь с Наташей мы возле этого замка гуляли. Сколько было листьев. И все уже. Хорошо. Да. Нет, они, на деревьях листья еще были. Еще много было, все уже. Да, небо какое интересное, да? Смотри. Я выше чуть-чуть подниму. Наверное, закроют, скорее всего. Или успеем. Ой, успеваем. Ну, это жилмассив РАФ. Большая сеть магазинов здесь. Очень много магазинов. И стройматериалов очень много. Вот Круза. Что ты говоришь? Нет. Ну вот здесь поедем. Нам там не надо крутиться. Там будет дольше, потому что там этих покупателей будет много, и мы будем крутить дольше. А здесь мы вот уже выехали. А нам нужен вот этот вот Ксенукай. Большой, большой магазин стройматериалов. Здесь все есть. И телевизоры, и стиральные машинки. Ну все, все что угодно. Очень большая сеть. Так, там для инвалидов, которые колясочники. А мы вот здесь станем.